В администрации провели заключительное в уходящем году заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели 15 вопросов. О наиболее важных расскажем в сюжете. Парламентарии утвердили схему границ прилегающих территорий округа, приняли изменения в перечень коэффициентов, применяемых при расчете годовой арендной платы за нежилые помещения, а также изменения в правила благоустройства территории муниципалитета. Спортивные площадки допускаются для занятий гимнастикой, воркаутом, тренажерами, игры в шахматы, настольного тенниса и пляжного волейбола не оборудовать ограждением. Хоккейные коробки оборудуются хоккейным бортом, защитным ограждением. Организация освещения на вновь благоустраиваемых территориях необходимо делать светотехнический расчет на уже существующих территориях со сложившейся застройкой и, соответственно, необходимо проводить оценку на инсоляцию, достаточность освещения. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве тоже внесли изменения. Они коснулись и дорожной инфраструктуры. В муниципальной собственности округа 62 километра ливневых канализаций. Тариф на пользование сетями возрастет. Предлагается изменить размер платы за использование муниципальной ливневой канализации, которая с 1 января 2024 года составит 35 рублей 54 копейки, на полнеместящее время составляет 29 рублей 45 копеек. На ближайшие 3 года утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и установлена базовая ставка арендной платы и платы за коммерческий найм жилых помещений на следующий год. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.